Привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Готовим яйцо Бенедикт. Вместо набора ингредиентов перед нами сковорода, потому что яйца уже готовы. Ранее я показывал, как приготовить яйца пашот. Вот они. Также есть видео с голландским соусом. Дело осталось за малым. Начнем с бекона. На сухую горячую сковороду, разогретую до 180 градусов, закидываем бекон и жарим, пока он не станет таким, как вам нравится. В будущем я покажу, как приготовить бекон так, чтобы он не морщился. Теперь прямо на масле бекона жарим тосты. Я нарезал их на треугольники, чтобы два полных тоста смогли уместиться на одной сковороде. Жарим до золотистой корочки, переворачиваем. И с другой стороны также. Готовим тарелку для подачи. Базальтовую тарелку смазываем маслом, она приятно блестит. Выкладываем тост, бекон, пашот, голландский соус. Посыпаем мелко нарезанным сибулетом. Накрываем все это тостиком. Вот такой быстрый рецепт сегодня. Какой лучший бенедикт в вашем понимании? Делитесь в комментах, а также занимайтесь едой. Это был Foodstorm и я, Антон Романов. Пока!